Совещание Андрей Николаевич начал с вручения грамот Комитета по культуре. С 4 по 6 августа у нас проходил 5-й открытый международный фестиваль честной живой музыки «Тяжелая вода 2017». Большое спасибо от всего комитета, от учреждений за помощь в проведении, причем хочу отметить безвозмездную помощь в проведении фестиваля. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и хочу вручить грамоты. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального образования в городе Сногорск Смоленской области в лице начальника Воронцова Андрея Константиновича за безвозмездную помощь в организации и проведении фестиваля. Спасибо большое. МОП ККП муниципального образования в городе Сногорск в лице генерального директора Седлакова Вячеслава Владимировича, службу благоустройства в лице Олейникова Андрея Николаевича. Спасибо, Андрей Николаевич. Очень помогли. Комиссия провела проверку учебных учреждений на готовность к новому учебному году. По результатам проверки замечаний, препятствующих учебному процессу, именно все такие моменты решаются в рабочем порядке. Летние каникулы продолжаются. 5 обучающихся нашего города, которые стали победителями в конкурсах проекта «Школа Росатом», сейчас принимают участие в смене для одаренных детей. Медиа-аппарат во Всероссийском детском центре «Океан» в городе Владивосток. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы.